Друзья, всем привет! Сегодня у нас зимняя рыбалка. Значит, приехали вот на такое озеро. Ребята показали, привезли. Я первый раз здесь. Значит, приехали на мотособаках одинаковых. Это якудза. Сегодня буду делать небольшой обзорчик. Покажу вам, что да как, что вообще в этих собаках есть. Вот, поставили палатку. Сейчас буду устанавливать жерлицы. У нас четверо человек. Сейчас погода минус 20 градусов. Сегодня прям хорошо подморозило. Лед толстый, почти толстый. Вот, только что чуть не провалился. Ну, местами он тонкий. Офигеть. У меня уже друг, кстати, он уже по колено набрал. Сейчас он сушится. Вон, у нас печка. Сушится носок его, носки. Дал ему свои носки, чтобы не замерз человек. Так что, блин, капец, возле берега прям опасно. Ну вот, как-то, друзья, вот так. Сейчас будем устанавливать жерлицы. Лунки я уже набурил. Наш путь был в районе 110 километров. Вот. На двух машинах. Я с прицепом погрузил туда мотособаку. Постараюсь вам рассказать... Просто сделать общий обзор, чтобы поняли, что вообще в ней есть. Немножко прокатимся, покатаемся, как она себя ведет. Ну, конечно, они тяжелые такие, довольно-таки. Управление без модуля лыжного или буксировщика тяжело, конечно. Когда едешь, тяжко. Потеешь. Едешь и просто потеешь. Ну что, готов? Да. Погнали! Так, включаем первую скорость. У меня напарник выпал из саней, а я еду, ничего не слышу. Капец. А как так-то произошло? Там на повороте.
А? Да вроде тихонько ехал. Переворачивать. Я выпрыгнул, чтобы все не вывалилось. А? Так, ну давайте начнем. Немножко я расскажу про мотобуксировщик Якудза. Значит, это Якудза, ширина гусянки 500 миллиметров, как у всех стандарт. Значит, у нее, у этой собаки 20 лошадиных сил. Вот. Есть задний, передний ход. Длина 1450. Ну вот, кстати, вот задний передний ход. Здесь вот реверс стоит, нейтралка. Это задний. И D движение, значит, вперед. Вот. По весу он около 100 килограмм. Здесь двигатель мощный стоит. Единственное, когда его заводишь, ему надо больше дать прогреться, чтобы он нормально прогрелся, и чтобы он поехал вперед. Поналепили тут, я не знаю, насколько хватит вот этих наклеек. От мороза, может быть, они полопаются. И вот сама краска тоже, может быть, пошарпается. Чем удобно? Здесь капот, мне нравится, как он открывается. Вот резинка толстая, крепкая очень. С двух сторон открывается капот. Сейчас покажу, как. Так, раз, и все. Вот это очень большой плюс, очень удобно, не надо ничего откручивать, просто резинки снял, и все. Идет аккумулятор, крепление аккумулятора. Здесь резина жесткая, я еле-еле натянул его. Значит, сразу берите чехол, в любом случае, чтобы у вас фильтр снегом не забивался. В любом случае надо брать. Вот, вот этим вот удобно, то что вот так вот капот откидывается. Кстати, я еще здесь доработал немножко. Вот, чтобы, допустим, эту платформу не корябать, я вот приклеил вот сюда вот такую резинку. Резиночка такая стоит. Вот, с этой стороны и вот с этой стороны вот так вот приклеил. Вот, чтобы не царапать саму платформу. Вот так, раз и два. Так, значит, фару я проверил, светит довольно таки ярко, шестидиодная, хороший свет такой, похож на ксенон. Запуск двигателя идет от аккумулятора с кнопки. Вот, вот с этой кнопки. Здесь идет подогрев ручек. Здесь тоже они отдельно включаются. Отдельно свет включается, отдельно включается подогрев ручек. Вот, вот это вот, вот эта кнопка. Вот. Запуск двигателя. И вот здесь вот сделали глушить двигатель. Чека безопасности идет. Идет, в принципе, неплохо, но он тяжелый. И рулить, стоя в санках, тяжело. Вот, приходится сильно напрягаться, все группы мышц начинают работать. Вот, лучше, конечно, ставить спереди лыжный модуль, но лыжный модуль будет немножко попозже. Ну, не лыжный модуль, а я, скорее всего, буду модуль толкач заказывать. Потому что в сам модуль толкач, там получается спереди будет санка, волокуша, и туда еще можно что-нибудь наложить.
Вот этим будет удобно. И получается будет тоже вот спереди будет трамбовать снег. И соответственно собаке будет легче идти по, допустим, снегу какому-то там по колено. Пока что у нас снега не по колено, но он есть. Пока идет хорошо. Мне понравилась скорость такая, довольно-таки приличная. Я еще скорость не замерял. И как бы не надо сильно ему давать газу. Он пока что на обкатке. Кстати, вот еще одна приколюха. Это вот додумались. Только вот, вот эти разработчики. Здесь есть бардачок. Я сам в шоке был, как вот они сделали. Вот я сейчас покажу. Сейчас откручу винт. Здесь, короче, имеется у нас бардачок. Сейчас покажу, какой. Это единственная мотособака, на которой продумали вот эту вот систему. Она как бы незаметна, как бы это, и удобно. Она и удобна, в принципе. Сюда можно вон положить, я вот положил стяжки, заглушки для катков на всякий случай, там замок от цепи, для цепи, вот, и свечку одну новую. Вот такой небольшой бардачок, очень удобно. И здесь вот мягкая еще внутри, как бы наклеена вставка, по кайфу. Вот это вот разработчики, конечно, продумали хорошо. Ну как, твои ощущения на поезде на этой собаке? Отлично, хорошо, дорогу держит. Да, да. Снег, лед держит. Да, держит все. Нормально летит, тащит. Ну да. Мне очень нравится сам дизайн. Как бы необычный дизайн. Такой грозный дизайн, грозная окраска. Ну, ребята, сейчас. Ну, ребята, я вот как бы первый выезд у меня на ней. Пока тестирую, пока все нравится в ней. Все, что есть, пока что нравится. Единственное, блин, тяжелый. Ну, поездим эту зиму, посмотрим нюансы. Где-то какие-то доработки будут, не будут, посмотрим. Постараюсь, конечно, все рассказать, показать. Еще один нюанс есть. Здесь вставки резиновые есть. На рукоятке вот здесь вот я их смазывал солидолом, но они все равно хрустят. Вот эти резинки на морозе будут у вас хрустеть. Можно что-нибудь другое придумать, какую-то другую смазку добавить. Ну а так прет, че, нормально. Вот двоих, две волокуши, двоих, и с грузом, со всей фигней, с палатками, со всеми ящиками и ледобурами. Все идет по снегу такому небольшому, конечно, но прет. Рыбалка сегодня во, на рыбу ноль. Друзья, вот такая у нас сегодня получилась, конечно, рыбалка не рыбалка. Мы сегодня ничего не поймали. Съездили в одно место, а сейчас переехали в другое. Вот, сегодня покатали, сделал я небольшой для вас обзор. Как бы не все рассказал, но в следующих сериях будет более, думаю, подробней. Вот, покатались, протестили, посмотрели, как она едет. В принципе, пока что доволен. Вот, сегодня рыбалка, конечно, получилась не ахти. Ни одной поклевки на жерлице пробовали, ловили. Скорее всего, из-за мороза, потому что давление сегодня высокое. Вот. Ну, друзья, на этом я сейчас прощаюсь. Мне сегодня составили компанию Васив, Рифат, Ильдус. Вот, спасибо пацанам за компанию. Ну, и со всеми я сегодня с вами прощаюсь. До следующих рыбалок, до следующих обзоров. Всем пока!